Не, ну все, короче, в следующий раз, дойдя до этого места, я уже не заруиню. Главное, что мои эти страты работают. Ну, то есть они выглядят сложновато, но на самом деле они довольно стабильные. Там. Ничего такого особо сложного нету. Так что сейчас все будет. Я не знаю, может быть, все-таки добавят миллисекунды, когда увидят, что куча VR-ов одинаковое время у всех. Но я вряд ли буду, конечно, пытаться какие-то фреймы тут отжимать. Пытаться взять VR. Если будет такое вот. Может быть, я окажусь где-нибудь. Да пофиг на какое место, на самом деле. Типа ган без ошибок. Главное. А фреймы тут, я не знаю, на разгоне, наверное, можно чуть-чуть засейвить или потерять. Больше-то негде. Да, тут две скорости, и при разгоне надо переключаться с одной на другую, из-за чего, ну, то есть, если немного криво переключиться, то можно чуть-чуть потерять, но там буквально, наверное, фреймы теряются. То есть нужно в нужный момент отжать одну кнопку и нажать другую. Но у меня всегда плюс 0.0 или минус 0.0 на сплитах, то есть... Понятно, что разница вообще незначительная, то есть это даже не несколько фреймов, а скорее там может быть 1-2 фрейма, что-то такое. То есть совсем какие-то незначительные. Я не знаю, может больше, у меня же, типа, у меня сотые не показываются, только десятые. Ну, все же. Ну вот. Все.